Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание номер 17. Каждому из четырех вариантов в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями. Ну, давайте рассмотрим все левый столбец, все неравенства, которые нам даны. Логарифм по основанию 2х меньше минус 2. Как решаются такие неравенства? Мы это неравенство преобразуем. Левую часть мы записываем без изменения, а правую часть мы запишем как логарифм. Ну, логарифм – это же степень, значит, степень минус 2. Степень двойки минус 2. 2 в степени минус 2 – это будет единица делить на 2 во второй степени, это будет 1 четвертая. Значит, минус 2 можно записать как логарифм. Как логарифм 1 четвертой по основанию 2. Поскольку основание логарифмов больше единицы, значит неравенство сохраняется. Значит, х меньше 1 четвертой. Ну, х, конечно, при этом только положительные значения принимает, поэтому вот такой ответ. Ищем этот ответ. Это двоечка. Значит, мы варианту А, неравенство из А, соответствует второй ответ. Так, следующее неравенство мы смотрим. Значит, логарифм по основанию 2, логарифм х больше 2. Тогда мы можем записать, что логарифм х по основанию 2 больше. 2 – это степень, 2 в квадрате – это 4, значит, логарифм 4 по основанию 2. Основание больше единицы, поэтому можем записать, что х больше 4. Все это решение. Смотрим, какое решение. Какой-то вариант. Четвертый вариант. Так, неравенство в пункте В. Логарифм х по основанию 2 больше минус 2. Так, значит, записываем. Логарифм х по основанию 2 больше минус 2. 2 в степени минус 2. Это получается единица, деленная на 2 в степени 2. Значит, 1 четвертая. Тогда это будет логарифм 1 четвертой по основанию 2. Отсюда х больше 1 четвертой. Это соответствует решению, третьему решению. Ну, давайте все-таки посмотрим четвертое неравенство. Логарифм х по основанию 2 меньше 2. Значит, логарифм х по основанию 2 меньше 2 в квадрате – это 4, меньше логарифма 4 по основанию 2. Значит, х меньше 4, но также х больше 0, нужно это указать. Значит, х меньше 4, но больше 0 – это первый вариант решения. Все, вот такой у нас получился ответ. Задание выполнено, и если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.